Ремонт дороги – работа командная. Слаженность в каждом действии. От нее зависит и скорость, и результат. Улицу Мяги от Гагарина до Партизанской делают ударными темпами. Из областного и городского бюджета на это выделили 4,5 миллиона рублей. На эти деньги обновят 7 тысяч квадратных метров асфальта. Ежедневно выходят 3 бригады специалистов и десятки единиц дорожной техники. Раньше не какие были дороги, а вот сейчас смотрю, начинаю делать. Тем более ночью, нормально, удобно. Как говорится, радует, как автоводители. Дороги ремонтируют во всех районах Самары. Сезон должны завершить к концу октября. Отремонтирована у нас улица Гагарина, улица Аэродромная, улица Мяги связывает два этих объекта и позволяет перпендикулярное перемещение между этими улицами, что достаточно важно для автомобилистов. Гарантия на асфальт на улице Мяги 2 года. За соблюдением технологии внимательно следят. Толщина асфальта ровно 5 сантиметров. Данная смесь обладает повышенной жесткостью. Чем жестче смесь, тем дольше она будет служить. В этом вся хитрость. Работа здесь кипит, причем в буквальном смысле. Около асфальта укладчика действительно жарко, хотя за бортом плюс 10. Все потому, что соблюдают технологию. Асфальт укладывают при температуре 150 градусов. Полностью дорогу обещают закончить к началу рабочей недели. Валерий Макаров, Алексей Золотенков. События.